Двигатель 2.0 бензиновый, 100 лошадиная сила, механическая коробка передач, задний привод, машина 1983 года выпуска. На данный момент переделки такие: четырехконтурная пневмоподвеска, двигатель 2 литра УМПа, коробка Жигули, вся подвеска кастомная на рычагах под пневму. Увеличены арки под большие колеса, передняя часть кузова от более раннего москвича, весь кузов усилен, восстановлен и доработан.